Друзья, с вами Светлана Титова. Рада новой встрече с вами. Сегодня хочу предложить вам сплести вот такой прекрасный браслетик. Смотрите, какой чудный. Вы, наверное, знаете, как он называется. Напишите, пожалуйста, мне в комментарии, если вы знаете. Сегодня мы будем его плести на крючке. Берем первую резинку, перекручиваем восьмерочкой и одеваем на крючок. Вторые две резиночки мы протягиваем через эту петельку. В образовавшуюся петелечку мы протягиваем наш крючок и начинаем плести. Берем две желтые резинки, протягиваем через одну петельку и возвращаем на крючок. Теперь берем пальчиками, снимаем, одеваем обратно на крючочек. И теперь берем голубые резинки и протягиваем их через две петельки, через желтую и голубую. Вот так у вас должно получиться. Поворачиваем, возвращаем на крючок. Смотрите, здесь одна желтая петелька, значит, мы одеваем желтые резинки. Протягиваем эту желтую резиночку через две петли, через голубую и желтенькую. Опять берем пальчиками, зажимаем, одеваем на крючок. Берем две голубенькие резиночки, продеваем их через две петли, через голубую и желтенькую. Опять берем ручки, поворачиваем, одеваем на крючочек. Желтенькие дальше одеваем. Протягиваем через две петельки. Возвращаем, опять берем пальчиками, держим, поворачиваем. Здесь одна голубенькая, значит, мы сюда добавляем две голубенькие резиночки. И продеваем их через две петельки, через голубенькую и через желтенькую. Опять берем пальчиками, зажимаем, одеваем на крючочек. Желтенькую через две продеваем, берем пальчиками, голубенькие берем, продеваем через голубенькую, через желтую, опять зажимаем пальчиками, поворачиваем. Берем голубенькие, так, посмотрите, я взяла не ту цветовую гамму резинок, мне надо было брать желтенькие, видите, нужно быть очень внимательным, желтенькие, раз у нас здесь одна желтая петелька, значит, мы должны брать желтые, поворачиваем. Голубенькую протягиваем через две, поворачиваем. Пришло время желтенькой. Снимаем с крючочка. Знаете, это очень легко делать. Две голубенькие. Держим пальчиками, поворачиваем. Берем желтенькими. Вы только посмотрите, как красиво получается. Сочетание голубого и желтого. Посмотрите, какая нежность. Поворачиваем. Одеваем. Раз, одна петелечка голубенькая. Значит, берем голубые резиночки. Через две петелечки продеваем. Пальчиками держим. Поворачиваем.
Поворачиваем. Выскочила у меня резиночка. Ничего страшного нет. Мы сейчас подберем эти петелечки и еще раз возьмем, протянем. Вот так. Теперь держим пальчиками, поворачиваем. Пришло время желтенькие нам брать. Протянули. Зажимаем пальчиками. Голубенькие. Поворачиваем. Желтенькие. Рисуночек уже очень красиво видно. Видно, что браслет будет шикарный. Не побоюсь такого слова. Смотрите, воздушный, широкий. Смотрите, какой восхитительный браслетик получается. Протягиваем желтенькую. Поворачиваем. Вот мы доплетаем наш браслетик до нужных нам размеров. И теперь будем снимать его с крючочка. Теперь берем две резиночки, протягиваем все петелечки. Эти петелечки одеваем на пальчик. Одеваем на крючок. Вот такой браслетик у нас получился. Можно надеть его на ручку. Полюбоваться своей работой. Посмотрите, какая сказочная работа. Вот такие браслетики у нас получились. Не забудьте, напишите в комментариях мне, как называется такой браслетик. Была рада встрече с вами. Удачи вам, до новых встреч. Улыбайтесь.